Здравствуйте, дорогие зрители. Расскажу вам историю. Вчера получаю такой конверт. Оказывается, это то письмо, которое я отправил человеку в Саудовскую Аравию еще в прошлом году. И вот теперь оно ко мне вернулось в изрядно потрепанном виде. Заметно, что погуляло по миру. Стоит какой-то штамп, но не разобрать, что написано. Также на арабском языке. Я думаю, что причина того, что его не доставили получателю, это ограничения, связанные с эпидемией ковида. Я помню, что я отправлял российскую банкноту 100 рублей. Сейчас вскроем, посмотрим, в каком виде она вернулась, как выдержала моя упаковка. Так, вот эта банкнота. Состояние отличное. В таком же виде я ее отправлял. Банкнота 100 рублей образца 1910 года. Портрет Екатерины II. На водяном знаке тоже Екатерина II. Написал покупателю письмо, сообщил об интересной ситуации. Я думаю, что он заждался. Радует, что письмо не потерялось, а вернулось, хоть и через полтора года. Что есть страны, где почта работает ответственно. Спасибо вам за просмотр. Если у вас были подобные случаи, напишите о них в комментариях. Интересно будет узнать. Всего доброго, до свидания. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. До встречи.